Апноэ Клаб Горький представляет. Сейчас мы находимся в поселок Инженерный, озеро Инженерное. С этого озера мы начинаем сегодняшнюю нашу экспедицию в плане посетить светлые озера, измерить глубину. Ну, посмотрим, что выйдет. Планы на сегодняшний день обнырять фроличинский курорт. Что вы делаете? Прекратите! Итак, друзья, мы на озере Инженерное промериваем глубину. Вот нашли, в принципе, большую, ну, котловину длинную с глубиной порядка 15 метров, плюс-минус. Сейчас едем дальше. Местами попадается около 16-17 метров, очень локально. Промерили глубины на озере Инженерном. На самом деле миф о сверхглубокости этого озера сегодня нашей командой был полностью разрушен. Озеро вытянутой формы. Основная глубина вдоль восточного берега порядка 12-14 метров. Глубже мест наша команда не нашла. Озера называются Светлые, не доезжая Фролищ. Будем проверять глубины. Как местные говорят, что озера достаточно глубокие. Может быть, разумеем и этот миф. Какой необычный цвет воды, вот что я хотел сказать. Наша команда на очередном озере из сети Светлых озер. Ребята, как мы видим, промеривают глубину. На первый взгляд озеро кажется довольно привлекательным. Особенно радует прозрачность воды. Температура воды, кстати, ниже, чем на остальных, заметно ниже. Будем надеяться, что глубины будут достаточны. Какая глубина? 12. 12? Установим. Я в одиночку ухожу. Очередное озеро не оправдало наших надежд на глубины. Глубже 8,5 метров мы не нашли. Но порадовала чистота воды, порадовала температура воды, достаточно чистая, теплая. Здесь идеальное место для туризма, оборудованные берега, песчаный заход в воду. Определенно советуем сюда приехать с семьями, с палатками, отдыхать. Заключительная точка нашей сегодняшней экспедиции – озеро Варих. Это самая безумная авантюра сегодняшнего нашего заезда. До озера дорога примерно 800-850 метров, придется идти пешком. Лодку потащим на себе, мотор потащим на себе. Просто дороги нет. Вы точно хотите этого? А обратно точно кого-нибудь на себе потащим. Ну что, с Богом? Так, Влад... Ты на ту сторону ставишь. Я снимаю. Вот наша экспедиция заканчивает свой поход с озера Варих.
Ребята еще плетутся в хвосте. Дошли до озера 850 метров по болотистой местности, мхи, жижа выдавливается из кочек. Дорога была сложная, но мы все-таки дошли. Озеро большое, красивое, но, к сожалению, глубины не представилась возможность промерить. Да, путь был полон трудностей и нелегок. Но мы справились. Да, мы справились. Наша экспедиция подходит к концу, точнее уже подошла. Сегодня нами был исследован куст озер в сторону Фролищ, Светлое, Инженерное, озеро Варих и много других небольших озер. Что можно сказать? Цель нашей сегодняшней экспедиции была узнать, есть ли подходящие глубины, глубже там 20 метров и глубже. Экспедиция показала, что таких глубин здесь нету, но мы и наша команда продолжаем исследования, продолжаем изучать озера нашей Нижегородской области. В итоге сегодня выяснили, что в Светлых озерах глубины от 8 до 14 метров, Инженерное озеро имеет глубину 14 метров, озеро Варих неглубокое, 2-3 метра, превращается в болото, заболачивается. Оставайтесь с нами, дальше будет больше приключений. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе наших подводных приключений.